Владимир Николаевич, вам слово. Лучше бы мне его не давали. Вот, Вера Егоровна, в ответ вам говорю на ваше, что там все будет хорошо. Давайте вот в Ачинск приедем и посмотрим, как хорошо. Они все доложат хорошо, ликбез проведут в лучшем виде, как они хорошо работают, как красиво, как выполняют, как на 400 лет Енисейскую сделали ремонт. Нет проблем, все хорошо. А у меня вопрос вот. А те здания культурного наследия, которые сгорели, как вы их с реестра выводите? У меня предложение, да. Остальные все поджечь. Ну, я бы предостерег. Нет, но у нас в городе вот 5 объектов сгорело. И что? Ну, давайте, если сейчас готовы, я подробно расскажу об этой ситуации. Значит, для того, чтобы вывести из реестра, как я сказал, действительно должно быть заключение историко-культурной экспертизы. За историю Красноярского края я впервые 1,5 года назад смог вывести только 2 памятника. Такие больше 2-3, ну, порядка больше 20 на всей территории края, которые были уничтожены еще в 80-х, 90-х, 2000-х годах. Очень сложно в аппарате правительства России этот вопрос решить, поскольку, как я уже сказал, подписывая документ, ни много ни мало, председатель правительства России. Значит, нам удалось с вашей помощью, с депутатов, я имею в виду, этот вопрос решить года 1,5 года назад. Мы вывели 2 пока здания. По остальным зданиям... Понятно, все, мы уже 10 раз это слышали. Отвечу, потому так что вы уже 5 раз отвечали на этот вопрос. Значит, у нас планово заложено, что мы в год делаем по 2-3 историко-культурные экспертизы, выводя вот эти здания, которые были утрачены уже давно и ранее.